Великий пост закончится на этой неделе. В воскресенье православные красноярцы отметят один из главных церковных праздников – Светлую Пасху. Подготовка к нему кипит на хлебопекарнях города. Подробности расскажет Александра Козлова. Прилавки магазинов наполняются традиционной выпечкой к Пасхе. У красноярцев есть выбор. Покупатели берут издобу с изюмом и выпечку с добавлением шоколада, клюквы или цукатов, а также новинку крафин. Такую издобу готовят из дрожжевого теста с сухофруктами, орехами и сахарной пудрой. Традиционно к празднику Светлой Пасхи мы начинаем готовиться заранее. В этом году мы планируем произвести рекордное количество куличей, порядка 100 тысяч штук. В ассортименте будут как и привычные куличи, также кулич пасхальный панеттон и наша новинка – краффин. Пятый год подряд готовые куличи и сырье на производстве Ярхлеб освещает батюшка. Он проходит по цехам и дает благословение на работу сотрудникам. На освещенные куличи клеится наклейка «Освещен РПЦ». Кроме того, продукция Ярхлеб одобрена ассоциацией «Енисейский стандарт». А это значит, что в их качестве и вкусе вы можете быть уверены. От лица компании Ярхлеб хочу поздравить всех горожан со светлым праздником Пасхи. Мы со своей стороны подготовили вкусные куличи, которые вы можете найти в любом супермаркете города, и порадовать себя и своих близких в этот светлый праздник.